собственно. Золото у нас вот здесь на цифре 8. Его, собственно, и называли ложным золотом или камнем дураков, поскольку его выдавали за золото. Mm-hmm. Похоже, золото совсем не так растет. Пирит, да, пирит. Mm-hmm. Который пирит? Вот, блестит. А, пирит его за золото выдавали. Ой, я много в природе находила такого. Да? Mm-hmm. Вот, получается, смотри, какие вообще. На Урале. Это не уральский? Наташа, смотри, какой вот интересный. Скажите, как называется еще раз вот этот вот камень? Халькопирит. Халькопирит. Какой-то, мне кажется... Сочетание. Да. Вообще редкий. Это ж он так в природе выглядит, да? Нет, он так в природе выглядит? Да, да, это вот медная такая вот пленочка, которая вот именно... Они там, знаете, как сделали? Они окно большое заклеили пластинами таких вот различных камней по кругу. Получился такой большой страж из камня. Ура, белое море. Вчера я привозила из Египта такой. Вчера я там был в яичек. Ну, был здесь, а там я не была себе. Я случайно зашел. Мы когда с Мэтчем нашу сапоховичку. Хозяйка Медной горы. Это, собственно, здесь вот формы огранки, какая она существует. Здесь мы показываем выращенные камни. Использовались для огранки все именно в нашем институте. Малахит, пожалуйста, вот сюда здесь. Нет, который уральский. Да, это природный вот малахит. Ну, вот, да, это а бирюзу? Бирюзу не выращивают? А бирюза? Нет, почему? У нас бирюзу это выращивали. А у нас природная витрина и выращенная бирюза. Вы знаете, у нас, собственно, один образец только нашего уральского малахита, поскольку месторождение его исчерпано на Урале. И у нас в основном это африканские. Это здесь вообще все. Вот у нас. А, вот это все африканские? Да, у нас цифра один, только уральский. Один где образец. Где уральский? Где тут нету, да, здесь? Один, есть? Один, по цифре один. А, вот есть. Цифра один, да? А это все? Это все Африка. Африка. Все пошло, наверное, на отделку Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Да? Да. Зимний дворец, Версальский дворец Франции, туда все пошло. Исаакиевский собор. Шкатулочку с нашей усадьбы, что ли? Да. Специально зарисовывали. Путина на столе в Кремле стоит канцелярский набор. Уральский, конечно же, уральский малахит. Да. Наш уральский. А что из чего? Где? Которая? Это жемчуг. Такой желатинный жемчуг, да? Да. Летом. Приезжайте еще. Пусть нет повод приехали иногда. Это все у нас уже есть.